Финский власти, я хотела ответить на ваш вопрос по поводу накатов вот таких на традиционную семью. Действительно, мы замечаем, что вот в этих 83 ситуациях людям предлагалось подписать документы на передачу детей в нетрадиционные семьи. В семье лесбиянок, гомосексуалистов. И Йохан может подтвердить, что соцработницы в Финляндии и в скандинавских странах защищают именно нетрадиционные для России и очень традиционные, уже ставшие распространенные, правда же, однополые браки. Это все антисемейная идеология.